В детском саду Пяйксики сил ломяя в пятницу 14 октября прошел День безопасности вместе с командой Департамента спасателей города сил ломяя. Спасатели в игровой форме разъяснили, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. А также напомнили и рассказали о необходимости установки дымового датчика в квартирах и о том, как вести себя во время экстренной ситуации. Спасатели рассказали ребятам не только о пожарах и причинах их возникновения, но и также напомнили о правилах поведения на водоемах в летний и зимний периоды. После теоретической части ребят смогли на практике познакомиться с профессией спасателя, примерить на себя снаряжение, спецодежду и попробовать технику. Также все желающие смогли посидеть за рулем автомобиля и примерить каску. Сегодня у детей нашей группы интересная встреча со спасателями города сил ломяя. Эти встречи очень важны, так как, во-первых, дети потом не боятся людей в форме, знают, как действовать в кризисной ситуации, к кому обратиться за помощью. И, может быть, для кого-то эта встреча познакомит с новой профессией и потом поможет в выборе дальнейшего жизненного пути. Комментарии спасателей. Мы показываем деткам, как правильно себя вести, знакомим со своей техникой пожарной и знакомим с правилами пожарной безопасности. А именно показываем дымовой датчик, для чего он нужен, как им пользоваться, как его обслуживать и как себя вести в случае, если возникла какая-нибудь чрезвычайная ситуация, куда нужно обратиться, как излагать свои мысли. В чем плюс такой работы с детьми именно в детском саду, что они с самого детства узнают эти правила и учат своих взрослых, как это неудивительно, своих родителей. То есть бабушек, дедушек, папу, маму. И это очень хорошо, что они с детства ознакомлены с основными правилами пожарной безопасности. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.